Преемственность поколений – одна из замечательных традиций, которая сохранилась на многих промышленных предприятиях республики. Уважительное отношение к своему труду, чувство долга и ответственности, взаимовыручка и поддержка и многие другие ценности сохраняют особую атмосферу в рабочих коллективах на протяжении десятилетий. Примеров династий на заводах много – два, а зачастую и три поколения встречаются на производстве. С одной из династий мы ближе познакомимся на заводе «Улан-Удэ Стальмост». Мы с женой молодые после института пришли работать на завод. Здесь работаем. Первые несколько лет работала после окончания института дочь. Последние 5 лет со мной работает мой сын. Отчет своей деятельности завод «Улан-Удэ Стальмост» ведет с 1973 года. Является одним из крупнейших заводов России по производству мостовых металлических конструкций. Входит на правах партнера в группу компании ОАО «Мостостройиндустрия». Продукция завода – это стальные автодорожные и железнодорожные мосты, путепроводы и эстакады, которые соединяют берега рек и дороги, украшают города и служат экономическому развитию во многих регионах России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Завод участвовал в проектах по строительству Московской кольцевой автодороги, 3-го транспортного кольца столицы, 4-километрового железнодорожного моста через реку Юрибей на полуострове Ямал, совмещенного автожелезнодорожного перехода через реку Амур в Хабаровске, изображение которого увековечено на самой крупной российской банкноте. Достигнутый объем выпуска – 36 тысяч тонн в год. Штатная численность работников завода составляет почти 2000 человек. Завод в 1973 году был сдан под ключ и единовременно был набран коллектив. Этот коллектив к 2011 году, ну, люди достигли пенсионного возраста. И мы в течение 2000-х годов мы принимаем большое количество молодежи. На сегодняшний день завод, коллектив завода помолодел разительно. Ну, наша династия начинается с того, что мой отец пришел на завод, он мастером пришел в 79-м году. Ну, прошел практически все производственные этапы. Это дело всей жизни. Для него и для меня стало, ну и вообще, надо сказать, династий много, ну, 2 минимум поколения, а то и 3 поколения на производстве зачастую встречаются. В настоящее время Алексей Суслов является заместителем генерального директора завода «Улан-Удэ Стальмост» по перспективному развитию и активно работает по созданию службы маркетинга, структуры, которая не была предусмотрена при организации завода. Поиск и привлечение новых заказчиков, работа по уже сложившимся связям, словом, деятельность, связанная с обеспечением завода постоянной загрузки. Есть люди, есть предприятия, это потенциал, он есть. Все упирается в обеспеченность заказами, то есть рынок сбыта необходим любому предприятию, чтобы стабильно развиваться, и перспективный рынок. Конечно, если есть такие перспективы, можно просчитывать себя, свои силы и четко оценивать себя и в связи с этим строить дальнейшие стратегические и тактические планы, соответственно. Малярно-погрузочный цех завода «Улан-Удэ Стальмост» – это заключительная стадия всего технологического процесса изготовления мостовых конструкций. Генеральный директор Анатолий Суслов рассказал нам, куда отправятся эти огромные металлические блоки. Как оказалось, в том числе на 2 самые большие стройки страны, на строительство объектов зимней Олимпиады в Сочи и саммита лидеров стран АТЭС во Владивосток. Он будет деталью моста на остров Русский и находиться в самой середине пролива Босфор-Восточный. Ну, остальная продукция, часть пролетных строений – это мосты на строящуюся железную дорогу Нарын-Алугакан,
Это река Ака, вот балочка на кране едет. Река Ака на севере Иркутской области. По словам руководства завода «Улан-Удэ Стальмост», продукция предприятия всегда была востребована. Но объемы заказов во многом зависят от государственной политики, потому что любой мост – это многомиллиардная стройка, которая, как правило, финансируется Москвой. Финансовый кризис 2009 года, когда федеральный бюджет не выделил деньги на транспортное строительство, стал для предприятия одним из самых сложных. Резко снизились объемы производства. С 34 они упали до 12 тысяч тонн. Правительством республики было принято решение, значит, по заявке предприятия выделить финансирование на так называемые общественные работы, которые проводились также на территории предприятия. Это работы, связанные практически с косметическим ремонтом завода, настилкой полов, ремонтом крыши, ремонтом фонарей. Эта мера была предпринята для того, чтобы сохранить коллектив, и после того, как кризис перейдет в какую-то такую вот решающую фазу, что они все равно придут на это предприятие и будут работать по основной специальности. Эта мера сработала. Правительственная поддержка в кризисные годы в размере 30 миллионов рублей помогла сохранить коллектив и провести реконструкцию нескольких цехов. Сегодня предприятие выходит на прежние объемы, а в рамках правительственного соглашения с предприятием предоставляется государственная поддержка в форме компенсации части процентной ставки за пользование кредитами коммерческих банков и льготы по налогу на прибыль. В общей доле доходов Республики Бурятия всегда определенную дольку вносили именно промышленные предприятия. Ну, я бы сказал так, это гарантированный кусок доходной части бюджета Республики Бурятия. К сожалению, он сегодня может быть не такой большой, как бы хотелось всем. Но так получилось, что в 90-х годах много промышленных предприятий прекратили свое существование. Это было большое упущение, и сегодня сложно сказать, наверное, почему, была ли чья-то конкретная вина. Но это факт, этих предприятий нет. Те заводы, какие есть на сегодняшний день, эти заводы должны, я считаю, развиваться. Да, они должны стать крупнее, они должны делать большие объемы. Внедрение прогрессивного оборудования на производстве, подготовка квалифицированных кадров – сегодня эта задача актуальна для всех предприятий отрасли машиностроения и металлообработки, в том числе завода «Улан-Удэ Стальмост». Развитие кадрового потенциала, обучение работников на заводе закреплено положениями коллективного договора и организуется за счет средств предприятия. Актуальность подготовки кадров многократно возросла с началом реализации программы технического перевооружения, которая действует на заводе с 2005 года. Новые станки получили, которые закупил завод. Раньше мы просто резали здесь, у нас просто резали металл и все. Сейчас мы можем сверлить его, то есть увеличение быстроты реза с новым оборудованием. Ребят обучали. На этих линиях у нас учебные классы есть, которые при заводах обучают, и газорезчиков у нас обучают, электросварщиков обучают. Те операторы, которые работают на современном оборудовании, на этих комплексных линиях, имеют высшее образование, иначе он не будет здесь просто работать. Это и теория резания, это и металловедение, это и механика сама, это и программная обработка, и вмешательство в программу. То есть они могут и сами менять программы, если требуется такого. Здесь нужны именно специалисты с высшим образованием. Сегодня оператор – это практически оператор-инженер. Это цех подготовки производства. Здесь изготавливают полуфабрикаты для сборочных цехов. Металлические листы режут, сверлят и выкраивают из них нужные конструкции. Раньше этот производственный процесс был разбит на несколько этапов. Теперь всю работу может выполнять одна машина с одним оператором. В процессе работы, соответственно, мы получили большую скорость изготовления металлоконструкций. Качество
То есть теперь мы ушли от части обработки. Машина еще ко всему прочему, она еще и сверлит. Такие вот машины, как наши установлены, собственно, они очень выгодны, очень рентабельны. Я на заводе работаю уже 11-й год. Ну, мне нравится эта работа. Я изготавливаю что-то, потом самому же поэтому еще приходится порой ездить. То есть это наши развязки в городе, это мосты, которые мы здесь делали. Сейчас вот Баргузинский мост, я сам оттуда, и мне будет приятно проехать по нему. Потому что это изготавливалось у нас, изготавливалось часть, допустим, изготавливал даже я. Высокопроизводительное оборудование внедряется на разных производственных участках завода. Это сборочный цех. Здесь из заготовочных элементов собирает уже готовые конструкции. Новые эффективные технологии направлены прежде всего на обеспечение быстрой сборки различных конструкций при строительстве мостов. И поэтому заводская готовность должна быть максимально высокой. Работа сложная, по сути говоря. С каждым годом растут требования качества мостов изготовления. Я работаю с 1977 года здесь. И посчитать, если посмотреться в обратную сторону, то несколько раз качество мостов возросло. Сварных швов. Бригада, которой руководит Михаил Ильич, считается одной из лучших на заводе. И не только по производственным показателям. Из нее, как правило, вырастают специалисты высокого класса, мастера своего дела, которые потом становятся хорошими бригадирами, начальниками смены и цехов. В его бригаду всегда просятся. Проблемы в кадрах не было никогда. Сегодня в бригаде 23 электросварщика. Пятеро из них повышают свою квалификацию в высших учебных заведениях. По словам бригадира, завод и люди развиваются, и все идет к лучшему. Я в завод пришел, про себя расскажу. Женился здесь, жена у меня тут работает. Также я от завода я получил квартиру, построил я дом на заводе. Ну, от завода участок взяли, построил. Все, живем в заводе. За счет завода. На заводе действует социальная программа, которая включает целый комплекс дополнительных социальных гарантий, не предусмотренных трудовым законодательством. Это доплаты пенсионерам, оказание материальной помощи, льготы за пользование транспортом, дотации за питание в заводской столовой и другие льготы. Помощь в решении жилищных вопросов – это один из эффективных путей закрепления кадров на заводе. С 2004 года завод реализует социальный проект по строительству коттеджного поселка для своих работников. 36 домов уже обрели своих собственников. Ими стали лучшие работники предприятия.